прилежно повторяет материал. Значок находится в хрустале, он имеет прохождение. Он меняется, когда это, допустим, метро и что-то еще. Как и остальным 11-классницам, воспитанницам пансиона Минобороны приходится сдавать ЕГЭ в чужой школе. Такие правила непривычно, но и не страшно, готовились все-таки. Забыв на время о хобби и о личных делах. И все ради высоких баллов. И самые волнительные моменты – это ожидание этого экзамена. Хочется поскорее, чтобы положили работу. Ты увидел, что там, и все. Мне кажется, уже все исчезнет. Расскажи, братец мой, кушай. На входе в школу словно на таможне, паспортный контроль, только вместо визы здесь специальный пропуск и черная гелевая ручка. Вот все, что можно брать с собой на экзамены. Сегодня их три, на выбор: информатика, биология и история. Я готовился, я учил, я морально к этому готовился, и что будет, то будет, что получится, то получится. Преподаватели признаются, они и сами волнуются на меньших школьников. Вот конверты с заданиями, вроде и хранятся в сейфе, но за несколько минут до экзамена их целостность еще раз тщательно проверяют. На этот раз к составлению заданий в Рособранадзоре решили подойти творчески. Например, в ЕГЭ по истории вопросов с выбором ответа стало меньше, зато в новом подсчете умение раскрыть тему. Расширена возможность проявить свое историческое мышление в рамках части.